Ого, какой красавец. Да пребудет с вами темная сторона силы, дорогие подписчики и зрители канала, да? Или мои темные адепты, как вас лучше называть, не знаю, сами напишите мне в комментариях. В общем, продолжаем играть Jurassic World Evolution. И я получил 5, мать его, звезд на этом острове. Вы спросите, как я это сделал? Я менял, короче, везде... Ну, типа, ставил где-то подешевле, где-то подороже вот эти вот... контингент, ну, как это сказать, товар вот, который я, типа, продаю, я где-то ставил дороже, где-то дешевле, да? И здесь удалил вот эту смотровую вышку, вместо нее поставил магазин подарков, так как тут гостиница, и я заметил, что тут очень много народу ходит. И, типа, я поставил, два раза вот тут купил сотрудников, и все. И, типа, мне дали 5 звезд, и, к сожалению, я не успел это записать, но Ян Малком сказал, типа, если вы хотите новых свершений, то, типа, нафиг вы до сих пор сидите на этом острове, типа, двигайтесь дальше. А, собственно, что я и буду сейчас делать. Вот видите, все разблокировано. У нас теперь 2 экспедиции, все, и мы переходим на новый остров. Так. Я тут почитал, ну, комментарии ваши, и мне люди посоветовали... Типа, двигаться дальше. Ну, то есть, не идти вначале на Исла Муэрта, а, ну, типа, не выполнять Доктора Ву, Доктора Ву в конце выполнить. Так, Исла Сорна, требуется Исла Пена. Исла Пена это вот это, да? То есть Исла Сорна самым последним будет готово, да? Печально. Ну, идем на Исла Такани тогда. А, чё там написано-то? Подождите. Тропический остров, тропический рай под названием Исла Такани хорошо подходит для вашего предприятия. Погода здесь почти всегда идеальная, виды захватывают дух. Увы, чрезмерные амбиции предыдущих застройщиков привели к финансовому краху бизнеса на острове. Доступные средства минус 950 тысяч. Ну, давайте посмотрим. Давай грузись уже быстрее. Знаете, был еще один остров, где на останках заброшенного парка развлечений был построен новый. Не жалея средств, как сказал бы Хэм. Природный заповедник. Возможно, вы слышали об этом. По крайней мере, не засекреченную часть истории. Минус 957 тысяч. Один из ваших предшественников отвечал за этот остров, и закончилось все не очень хорошо. Но вы можете добиться успеха там, где остальные потерпели неудачу. Тщательно продумайте, как на этом зарабатывать, если хотите получать хорошую прибыль. А вы хотите, уж я-то знаю. Так, давайте посмотрим. Дредноут у нас тут откроется. Большая подстанция, здоровое пищеварение, здание изучения... Поведение в заточении. Стигималох. Задание улучшения внешнего вида. Зал игровых автоматов. Стоимость исследования. Архиорнитомим. Точность рейнджеров. Ага, прикольно.
Так, ну тут у меня, смотрите, вообще нет ничего. Так, да, давайте карту вначале посмотрим. Это весь остров? Серьезно? Ребята, как тут строить? Тут ничего нет. Капец. И тут незаконченный вольер. Чё за хрень вообще? Кошмар. О, 45 тысяч. Так, что мне еще не нужно? Может, пока вот этот убрать, да? Или пусть стоит. Магазин одежды, магазин подарков, зал игровых автоматов, фастфуд, магазин игрушек, зона окаменелостей. Зона окаменелостей? Что это? Вау. Музончик играет. Мне нравится. А что это такое вообще? Аммониты, коготь, зуб. Четко. Так. Так, подождите. А откуда у меня прибывают гости? А, вот отсюда, я понял. Нужно какого-то динозавра создать для привлечения гостей. К сожалению, все хищники очень дорогие, поэтому я даже не знаю, что и делать. Малая электростанция. Бар. Нет, бар мне нужен. Магазин одежды, магазин подарков, ресторан. Ну, тут все в одном месте просто стоит. Не знаю даже, что еще удалить. Можно, знаете, как сделать? По приколу просто. Берешь и удаляешь деревья. Нужно как-то гостей привлечь, да? Охренеть это стоит! А капец! Даже не знаю, чтобы снести такое. Так, и на кого у меня хватает денег? Вот на этого хватает денег. На этого не хватает денег. На этого тоже. Ну что, давайте выведем. Ага. Двоих выведу. Thank you.
Охренеть! Они умрут от голода. Еще и инкубация не удалась. Блин, я ничего не хочу больше удалять. Ну ладно, можно ресторан. Потом, если что, поставлю. А что, люди-то будут приезжать, нет? Ладно, давайте еще немного с ландшафтом поработаем. А, ну вот, я нашел, допустим, вот это зачем здесь? О, теперь на кормушечку хватит, кстати. Нет. Нет. Но толку-то рейнджеров-то все равно нет. Йоу, это ваш братан Исаак, и у меня для вас кое-что есть. И это кое-что – предложение сделать кое-что для меня. Круто же, правда? Контракт. Запросить новый контракт. Вы можете нам помочь. И вы должны это сделать. Локация. Это первый знак. Знамение, если вы в такое верите. Я, конечно, нет. Ну, хорошо. Подожди. Не нравится им, видите ли, плохое разнообразие. Я виноват, что у меня тут нет денег вообще. Вообще нет денег. А, кстати, вот здесь можно будет морских создавать. Почему бы и нет, да? Капец, я не знаю, что делать. Вообще нет денег. Вот бы какой-нибудь контракт легкий попался. Вообще было бы классно. Пока вот любуйтесь с трутиамимами, что я могу сделать? Расходы, доходы. Ой, ужас. Здесь вообще тяжко начинать, потому что я даже не могу начинать добывать окаменелости, потому что тупо нет денег. Копить придется. Либо получить какое-то задание, какой-то контракт, который будет легкий, и я смогу его выполнить. Типа там, не допустить отключения энергии, типа такого. Иди на пойло. Прикольно. Ну, пока я не буду тут менять ничего. Ну, вот здесь только диноблюдо. Так, в общем, я выполнил один контракт, типа, пока вы не видели, я как бы извиняюсь за это, но типа тут очень муторно все делать, все создавать, да, поэтому, типа, сколько стоит сенсор? 360. Ну, в общем, муторно все делать, очень долго, потому что у вас ничего нет, вы тупо ни на чем не можете заработать, кроме контрактов. Чем безопаснее в парке, тем больше возможностей у научного отдела. И все это благодаря вам. Так что благодарю вас.
Ну и типа я выполнил контракт, это покрытие штормовыми станциями, да, просто одну штормовую станцию построил, из-за того, что у меня парк пока очень маленький, он мне сразу выдал больше 60%, и я выполнил это задание. Вот. Так, у нас же тут ворот нет, да, правильно, правильно. Давайте их поставим. И всего 5000 осталось. Кошмар, я не знаю просто, что делать. Тупо нет ничего. Финансовая безопасность. Да ты заколебал. Не меньше личности. Нет. В общем, кошмар, ни на чем не могу пока заработать. Вот единственные контракты, которые мог выполнить, выполнил. Типа люди даже не хотят идти в мой парк, потому что у меня всего два динозавра, и как увеличить их количество, я пока без понятия. Типа, если строить сначала центр окаменелостей, да, можно, в принципе, но у меня может накопиться большое количество окаменелостей, у меня тупо не будет денег их разработать. И типа мне в парк никто не будет приходить, у меня будут постоянные убытки. Не знаю, в принципе, можно будет попробовать, если с этим ничего не выгорит. Почему бы и нет? Пока, в общем, не знаю даже, как заработать. Потому что, по-моему, сейчас у меня расходы... Ага, расходы 14, доходы 39. Ну, то есть прибыль, да, по 24 тысячи в день, да, или в месяц как-то, я не знаю, месяц, наверное. Вот, но типа это все равно очень долго копить придется, вот уже 46 тысяч. В принципе, можно зал игровых автоматов пока удалить. Ну, типа, он мне еще потом откроется, да, типа, если я буду контракты выполнять. Но прикол в том, что, типа, он мне может... Типа, его можно пока не открывать, он у меня уже будет. Ну, хватило, в принципе, денег накопил тут. Точнее, как накопил. Я продал убежище. Типа, я пока не вижу в нем смысла. Типа, вроде с погодой тут все нормально, а каких-то плотоядных... Я получила предложение, которое поможет научить. Каких-то плотоядных я пока создавать не планирую, потому что денег у меня тупо нет. И, в общем, продал убежище, да, и хватило денег, чтобы купить одного каритозавра. Но я думаю, для разнообразия динозавров это пригодится, люди чуть больше начнут ходить, строения начнут чуть больше денежек приносить... Прошу прощения. Чёртова зима. Шанс на успех есть, да? Скорость инкубации. А, это все по 20 тысяч стоит. А, это вот это 40. Расширение инкубаториев мне пока не надо. Вот это я бы купил. А, кстати, чё к вам как тут? Лес, вот это все норм? Да, им норм. Так, подождите, это что, дырка в заборе? Офигеть, а как они еще не сбежали? Кошмар. Какие-то тупые стратиомимы, серьезно. Так, отключение энергии, говоришь? Далековато ехать, и скорость джипа маловато.
Да, и вот не получилось выполнить контракт. 10 минут надо же ждать. Так, и чё, выпускаем, да? Новый динозавр, сейчас людишки чуть-чуть повалят, я думаю. Кормушки еще все нормально. Так, у меня уже 100 тысяч. Так, кстати, ему нормально все? Насчет загона-то. С общительностью у нас проблема, да? Нам нужен второй. А на второго-то у меня и денег-то нет. Блин. А его и усыпить-то никак. Капец. Он будет пытаться сломать забор, да? Кошмар. И что делать? Как мне быстро накопить? Да, комфорт у него все ниже и ниже. Надеюсь, он продержится до момента, как я создам второго каритозавра. Очень на это надеюсь. Ну что, двум каритозаврам будет вполне спокойно тут жить. Давай, быстрее денежки мне. 204 тысячи стоит каритозавр. Давай, чуть-чуть осталось. О, почти все. Давай, еще 4 косаря прибавь мне, и все будет шикарно. Все отлично. Так, людям, наверное, не хватает шопинга, да? Нет, смотрите, рейтинг шопинга у нас максимален. Настоятельно рекомендую вам присмотреть. Рекомендует он мне. У меня нету центра окаменелостей. Так, давайте попробуем, не знаю, на развлечение взять контракт. У меня тут новый контракт, и вам издеваются, да? Я не знаю просто, что тут делать. Мне пока вообще не нравится этот остров. Уж тут вообще ничего нет. И главное, и деньги были в минусе еще. Ладно бы, типа, ничего не было, хотя бы начальную сумму дали. Я понимаю, что в этом смысл, типа, как можно сложнее сделать и все такое, но, типа, засранцы. Мне как теперь быть?
Давай уж делайся быстрее. Все, сейчас он будет доволен, надеюсь. Локации. Что же у нас тут открылось? Главная улица. В мире Йоскоперу соединяет центр инноваций Лагуна Мозазавра. По ней протянулись ряды магазинов, палаток международных брендов и прилавков с товарами мира юрского периода. Ко многим достопримечательностям можно попасть в главной улице. В ходе инцидента 2015 года он стал центром эвакуации, и многие посетители остались беззащитны перед птерозаврами, вырвавшимися на свободу из разрушенного птичника. Также именно здесь состоялась финальная схватка с Индоминусом Рексом. Монорельс – основной способ передвижения для посетителей мира юрского периода. Он везет их из порта через массивные ворота, затем на главную улицу. Монорельсовый путь соединяет все основные объекты, включая гиросферу, меловой круиз и гостиный комплекс. Прикольно. Кстати, карта. Вот смотрите, это, мать его, весь остров. Вот это, соплюшечка вот это. Класс. В общем, я тут вывел парочку дракорексов, сюда еще в загон закинул. Вот первый, да? Только вышел, только освободился, только чарился там у нас в инкубаторе. Значит, я его высвободил, то... У меня есть новая работа, и я знаю, кто сможет с ней справиться. И, в общем, денежки, как видите, стали течь рекой. Ну, потому что... А мы вот здесь сделаем. Да, им всем комфортно тут, и общительность у них нормальная, и все, и люди, вот видите, стали приходить, приезжать. В бар пока мало кто хочет заходить. Ну, пока тут все нормально, да, и, в принципе, я накопил уже денег, да, чтобы с инфраструктурой, наверное, поработать. Ну, почти накопил. Я думаю, с чего бы начать... Типа нет смысла экспедиционного центра без центра окаменелости, да? Поэтому я думаю начать бы с исследовательского центра. Там. Так, теперь нужно только подумать. Напрячь мозги и подумать, куда бы его поставить. Так, здесь же можно? Нет, там горы какие-то. Туда не влезет, да? Ну, здесь можно, только проблема в том, что придется... А, нет, не придется. Я думаю, придется с электричеством поработать. Так, пускай строится. Эти тут все довольны. Так, что людей не устраивает? Только плохая пропускная способность, да? Типа вы хотите, чтобы я вам уже гостиницу построил, да? Это вы, конечно, хорошо придумали, но она стоит 675 тысяч. В принципе, можно было бы накопить, но мне, думаю, для начала нужно... Что же мне нужно-то? Построить экспедиционный центр, центр окаменелости, чтобы начать добывать уже что-нибудь и с этого зарабатывать деньги. Вот смотрите, сколько у нас всего доступно.
генетических исследований куча. Я это вообще... болезни. Я тут вообще это предлагаю, короче, перейти на другой остров. И там, короче, это все улучшить. О, команда исследователей еще одна. Там же все равно денег дофига. О, боулинг. Круто. Здание для боулинга. Жалко, нельзя деньги с острова переправить. Было бы прикольно. Так. У меня новый контракт, который очень поможет отделу развлечений. Для такого профессионала, как вы, расплюнуть. Так, что у нас с энергией здесь? Неиспользуемая 18. А, тут эти стоят столбы. Я понял. А тут горы начались уже. В общем, я перешел на Исла Муэрта и буду здесь проводить исследования. Это гораздо быстрее. И еще я вот подумал, центр экспедиции, у меня пока нового ничего не открылось, потому что его нужно на том острове построить. Типа, можно экспедиции, в принципе, и отсюда потом запускать, а там просто создавать динозавров и все. Ну, типа, там особо места-то немного, типа, нужно загоны тоже строить. А там некуда будет помещать их, динозавров. Вот я и подумал, типа, может здесь все это делать. Так что буду пока здесь проводить исследования. В общем, провожу исследование и вот использую команду исследователей Чарли. То есть у нас будет сразу три команды исследователей, я смогу проводить сразу по три исследования. Это будет гораздо удобнее. Значит, смотрите, что я сделал. Я сделал все три лекарственные препарата. Вирус птичьего гриппа, бактерия кишечная палочка и микотоксины. Про них мы все почитаем, в Ингене все открылось. Типа, пока я на том острове буду сидеть, пока нам будут деньги зарабатываться, да, нужно будет вам как-то вас развлечь и что-то вам почитать, да. Здесь вот смотрите, команда исследователей Чарли, потом защита от отключения энергии, экономичное содержание, вот инкубация. Новый контракт весьма полезен. Скорость инкубации и команда палеонтологов, третья также. Все это я здесь буду исследовать. А здесь мы улучшим прочность зубов, крокодила, здоровье пищеварения, сила мускулов, скорость вакцинации, старение мозга. Здесь появятся новые гемоциты, агрессивные инстинкты, интуитивное обучение. Все это мы тоже здесь исследуем. Но это я вам просто показываю, потом это все зачитаем. И здание боулинг, естественно, откроем. Так, вот улучшение зданий. Все. Ну, в общем, я провел все исследования, ну, почти все, вот три последних осталось. То есть все гены тут улучшил, да, и давайте почитаем, что у нас открылось. Гены. Здесь, по-моему, всего один, да, гиперэффективные гемоциты. Красные кровяные тельца, за выработку которых отвечает ДНК краба Paralithodes camshaticus. Хорошо проявляет себя в холодных суровых условиях. А, еще что-то есть. А, да, ген внешнего вида тайга. Добавление этого гена изменит окраску динозавра на ярко-зеленую. Источник леопардовая лягушка. Архив, болезни.
птичий грипп. Классическая чума птиц или птичий грипп – штамм вируса гриппа, поражающий птиц ближайших генетических родственников динозавров. Мутируя, он может легко преодолеть видовой барьер. Компоненты ДНК воссозданных динозавров делают их более восприимчивыми к заболеванию. Вирус, как правило, передается при тесном контакте или через зараженное оборудование, но также может присутствовать в навозе больного динозавра. Заболевание очень заразное и может быть смертельно опасным для зараженных динозавров. Кишечная палочка. Бактерия, которую часто можно обнаружить в кишечнике животных. Большинство штаммов безвредны, но некоторые при особо серьезном заражении могут вызвать расстройство желудка и даже почечную недостаточность. Бактерия может попасть в организм из навоза, инфицированных динозавров или через зараженную пищу. Микотоксины вырабатывают плесневые грибы, растущие на пшенице и других сельскохозяйственных растениях, преобладающих в рационе травоядных динозавров. Возможные последствия включают в себя поражение почек, нарушение работы желудка и подавление иммунитета. Так, я в принципе хочу накопить на гостиницу. Пишут мне тут у нас фиговая пропускная способность, да? Кстати, давайте-ка посмотрим, у кого добавился ген тайга. Так, у анкилозавра нет. Барионикс, ген степей и типа горный типовой, да? Ну, мы их видели. Велоцираптор. Все как и было, два окраса. Дилофозавр. Ага, саванный и таежный. Вот, да, таежный ген добавился. Можно будет его, кстати, посмотреть на втором парке. И здесь тоже есть таежный, да? Прикольно. Если что, сейчас его создадим. Так, значит, гуанодон. Ген степей и типовой, да, все нормально. Каритозавр таежный, да, наверное, появился? Да. Бесплодные земли, синоцератопс. Горный типовой, типовой ген степей. Это мы все видели. Горный типовой видели. Струтиамим. Тоже два гена, все нормально. Трицератопс. И здесь таежный, да, появился? А, нет, подождите. Типовой ген степей. А, степной появился здесь. Ну, мы его, по-моему, видели. Так, хуаянозавр. Что у нас? Ого! Саванны типовой и типовой ген бесплодных земель. Ген степей. Степной добавился. А, по-моему, я их смотрел. Но я точно не помню, по-моему, смотрел. Так, здесь все как было, так и осталось. Чунгингозавр. Три цвета. И эдмонтозавр, наверное, тоже появился, да? Нет, у эдмонтозавра ничего не появилось. Ну, тогда создадем... Так, вначале пропускную способность улучшим, да? А потом создадим еще двух динозавров. 675. Вот, все, хватает. Так, популяция еще вместит. Мне нужен этот дракорекс, чтобы посмотреть, скольких он еще вытерпит в загоне. Только я его что-то не вижу. Он еще вытерпит двух, я думаю, вообще без проблем. Так, это хорошо все.
Ого, какой красавец. Прикольно. У нас теперь два вида каритозавров, ну, по окрасу. Клево. Теперь можно вывести еще ей. Дракорекса. Я тут еще поставил магазин подарков. Только думаю, не там я это сделал, да. Теперь мне еще нужно электростанцию поставить. И можно будет уже начинать копить. О, отлично. Может быть, начинать копить на центр каменелости и все такое. Дамы и господа, подберите идеальный подарок в нашей сувенирной. Тоже зеленоватый такой, да? Это прикольно. Дамы и господа, рады сообщить, что парк доставлен. Прикольненько. Рейтинг у динозавров растет, а люди за подарками все равно не ходят. Вот сюда люди любят ходить, я прям вижу. Все нормально тут. Угу, уже 500 тысяч. Давайте продолжаем обустраивать нашу инфраструктуру. Экспедиционный центр. Какие же они все крупные. Ага, экспедиционный центр собрался строить. Энергии-то у меня нет. Мне нужна средняя электростанция. Я их думаю все в одном месте строить. Удобно зато. Вот, 100 тысяч. Значит, вы все сделали как надо. Продолжайте в том же духе и станете звездой. Еще, ага, все хватает. И хорошая новость, мы, как видите, чуть-чуть превысили доступный рейтинг, да? И, в общем, у нас открылся дредноут. То есть у нас есть возможность здесь уже создавать дредноута. Но это стоит 340 тысяч, а пока у меня даже нету центра каменелости, да? И, собственно говоря, экспедиционного центра тоже. Поэтому сейчас мы их будем создавать.
И осталось еще приобрести центр окаменелости, и все будет зашибись. Все, у нас открылись новые места раскопок. Давайте-ка на них глянем. Что у нас открылось? Значит, открылось вот здесь паразауролов и галимим. У нас новые виды будут. Цинтаозавр. Еще новый вид у нас будет. Так, игуанодон это. Это барионикс. Так, уже три вида, да, насколько я понял? Ого, ого! Значит, здесь, ага, опять паразауролов. Тарозавр, тиранозавр рекс. Майозавр. Тарозавр, тиранозавр рекс. Это уже было. Дейноник, значит. Ага. Брахиозавр, диплодок. Шесть видов, да, по-моему? Плюс еще дредноут. Где я их тут буду местить, я вообще без понятия. Типа, вот просто посмотрите на карту. Ну, в принципе, тут загон, да, оставить. Здесь можно 1-2 загона сделать. Здесь еще загон. Придется какие-то виды совмещать. Типа, допустим, диплодок, дредноут. Вообще, с зауроподами хочу один огромный загон сделать. Будет клево. А здесь можно паразауролов и тарозавры сделать. Да, это все отлично. Так, ну значит, завершаем нашу инфраструктуру центром окаменелостей. Ну что ж, мы наладили экономику на этом острове. Я сам в себя не верил, но у меня это получилось. В следующем видео, дорогие подписчики и зрители канала, мы начнем уже отправлять экспедиции с целью получения новых геномов. Пишите, пожалуйста, в комментариях, с каких динозавров начать. Значит, чтобы вам было легче, я опять же показываю. Значит, у нас новый вид. Это паразауролов, тиранозавр рекс, тарозавр. Ага. Майозавр, это уже получается 4 вида. Дейноних, это 5. Брахиозавр, диплодок, это 6-7. Ну, 6 я имел в виду здесь, на этом континенте. Здесь у нас еще добавляется галимим, это 8. И цинтаозавр, это 9. 9 видов. Где их тут буду местить, я вообще без понятия. Ну вот у нас, собственно говоря, готов центр окаменелости. Скорость извлечения и размер хранилища. Так, а здесь у нас скорость раскопок и результативность. Ну что ж, все. Вот это наш начальный остров с очень малым количеством динозавров, которые вам известны. Прошу прощения, что нет новых видов. Еще откроем дредноута. 10, получается, 10 видов на этом острове будет. Они все сюда не вместятся, поэтому я, пожалуй, перекину их на какой-нибудь другой остров. Допустим, ну помните, да? Допустим, можно будет продать критозавров из загона, да? Где у нас анкилозавры водятся, и туда запустить парочку диплодоков. Либо здесь я устрою загон с этими зауроподами, а туда каких-нибудь тарозавров закину, допустим, да? Ну, подумаем все. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании. Узнавайте о выходе следующих видео. С вами был Дарт Сидиус. Да пребудет с вами темная сторона силы. До скорых встреч и всем пока!